Друзья, всем привет! Мы на пляже. У нас с нами Angry Birds и Bad Piggies. Bad Piggies у нас на корабле. Там кролик около руля, свиньи возле него в окружении. Вот ковбой свинья, свинья ужасы, свинья, которая так стоит просто. Angry Birds на вот такой вот плотине. Здесь есть Red, чайки разные, даже разные Red, вон Red Star Wars, есть Chuck Star Wars, есть маленькие другие чайки, вон тут спрятались, есть Бум, Терренс. В общем, собрались Angry Birds на плотине поплавать, а на них решили напасть Bad Piggies на своей субмарине. Вот так вот, смотрите, что будет. Закрываем мы свой корабль со свиньями. Саш, ты кто, с кем будешь, на чьей стороне, на Angry Birds или на Bad Piggies? Саша будет на стороне Bad Piggies. Он закрывает. А этого? Не, этот в воде будет стоять. Там сейчас потеряется в воде там. Где-то будем искать долго. А я буду с Angry Birds. И мы пошли плавать. Саша несет корабль. Я несу вот этих. Вот Саша уже плывет. Корабль. Плывет со свиньями. Др-др-др-др-др-др-др. Подводная лодка. Субмарина. А ты окна им там закрыл, чтобы вода не попадала? Вау! Др-др-др-др-др. Так, я, значит, ставлю плыть своих птичек. И вот они плавают. Они себе плавают, отдыхают. Но тут Bad Piggies собрались на них нападать. Они сейчас под водой, и Angry Birds не видят. Вон они плывут, и тут на них нападает свинский корабль. Нау! Они разрушили все! Нет! Какой ужас! Помогайте собирать на вот эту плотину! Они разрушили! Давай! Бомб! Иди сюда! Бомб сюда! Сюда! Рэд сюда! Бомб! Еще один! Бомб! Фух! Они наконец-то все в корыте в своем. А может кто-то потерял? А кто ж потерялся? Терренс! И Рэд! О, у Саши свиньи повылетали. У меня открылось это случайно. У Саши открылась штука и повылетали свиньи. Сейчас! Сейчас я там что-то чувствовала еще. Друзья, у нас открылся корабль и вывалилась свинья. И мы не знаем, где она. У нас она пропала. Пропала она, свинья. Что делать? Наверное, где-то здесь упала. Потому что я очень много чувствую всякие разные штуки. Я не знаю, что это камешки. Ну вот, вот так вот. Мы поиграли, минус одна свинья. Всем пока, до скорых встреч. Еще один камень, каюки. Смотрите следующее наше видео. Пока. Это камень.